Новополские активисты запустили увлекательный дворовой проект «Антигеймер». Что это такое? Движение по дворовым видам спорта, подтягиванию, отжиманию и другим физическим нагрузкам, которыми можно заниматься во дворе. Ребятам не помешал дождь, не прекращающийся в этот вечер. Я потянулся 4 раза. Пока что. Сколько смог, столько сделал. Так, не очень. Мастер-класс ребятам продемонстрировал 17-летний Даниил Заборовский. Геймер в прошлом, а сегодня убежденный воркаутер. Посостязаться в силе и ловкости вышли во двор более 30 ребят с улиц Генова. Наравне с мальчишками подтягивались и девочки, которые ни в чем не уступали сильному полу. Мы увидели то, что тут вот подтягиваются, и мы решили записаться. Самый главный сбор – это сарафанное радио. Ну, для верности мы расклеили объявление. Тут, если бы погода была лучше, то собралось бы больше. Турнир прошел при содействии Новополоцкого клуба «Шахмат и шашек» и физкультурно-спортивного клуба. Организаторы планируют развивать дворовой спорт, привлекать жителей города к активному досугу. По итогам состязаний самый высокий результат в своей возрастной группе показал Василий Лебедев. Он подтянулся 16 раз. В ближайшие планы организаторов входит обустройство площадок для игровых видов спорта. Считают, что уже в ближайшую зиму здесь на пустыре появится каток. Уличный спорт сегодня активно развивается и позволяет оставаться в форме без ущерба кошельку.